no. Felicità. Felicità. No, no. È un bicchiere di vino e un panino alla felicità. Felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra. C'è scrittura di l'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Dovremmo scrivere ad Albano questo. Canta Giacomo che ti guarda, ti porta a Vilnius. Perché lui abita a Vilnius. Говорить будет Купрейщик. Сами немцы не понимают. Да. Потому что у них диалект такой, что невозможно. Купрейщик что, специалист по языку? Нет, Купрейщик из немцев стерео. Его взяли выступать. И они все время там, ну, дружили, выступали. Ну, может, там, где он в интернате, другое дело, он обучился, но... Нет, в каком интернате? В интернате. Он приехал в интернат. Его из деревни взяли. Он не говорит по-белорусски. Ой, по-русски. Только деревня. Причем глухой какой-то. Его родной брат просто до сих пор не Борисов, фильм, то прикнуть, то мы кинулись. А потом молимся, то мы не заслужили. А это только за чисто белорусское. Quella fa il treppiedi. Oh, che la cinepresa. E il treppiedi per la cinepresa. Ma scende. Ma chi è? Ma scende. Figlia Giacomo, che lì c'è la guardia, raga. Sì. Ну, если говорить теперь об истории 9-го форта, сначала нужно говорить об истории всей Ковенской крепости. В конце 19 века Литва была как составная часть Российской империи. Она была пограничной территорией, город Каунас был большим пограничным городом. И поэтому российский царь Александр II решил превратить этот город в очень сильную военную крепость. До 1891 года наш город был окружен первым оборонительным кольцом, которое составили 8 фортов и 9 батарей. Строительство второго кольца начали в 1903 году, и первое здание во втором кольце был 9-й форт. Если впервые 8 фортов были построены из кирпича, то 9-й был железобетон. Это было первоклассное по тем временам военное сооружение. Главное здание форта было вот это. Здесь находились гарнизонные казармы, стояли стационарные пушки, до наших дней сохранилась кухня, баня, колодец. Но когда началась Первая мировая война, 9-й форт и вся Ковенская крепость одержали атаки кайзеровской армии Германии только 11 дней. Через 11 дней кайзеровские войска заняли весь город и всю крепость.
1924 году начался второй этап истории 9-го форта. Тогда была здесь открыта обыкновенная литовская тюрьма или филиал Кауновской тюрьмы коттеджных работ. Тогда изменился вид 9-го форта, была достроена вот эта вся кирпичная часть. Вот эта высокая 6-метровая кирпичная стена, вот эти две часовые вышки, это дом для свиданий, мы с вами потом сможем посетить. На окнах появилась решетка, там первый двор двуххозяйственный, а вот это для прогулок заключенных. Ну и годы первой советской оккупации, 1940-1941, здесь была тюрьма НКВД. Но она была около года, очень коротко, потому что когда началась вторая советская нацистская оккупация, в годы Второй мировой войны, здесь была фабрика смерти с 1941 по 1944 год. В этом здании 9-го форта немцы собирали большие группы людей, и потом этих людей выводили там на это поле, где памятник теперь находится, ставили таких больших ям, длина которых была 200 метров, ширина 2,5, глубина 3, и расстреливали. В годы нацистской оккупации здесь было уничтожено около 50 тысяч людей разных национальностей. В основном это были люди еврейской национальности, которые были привезены из таких западных стран, как Австрия, Франция, Германии, Польши, также из некоторых мест Литвы. Памяти жертвам нацизма здесь было 3 музея. Этот музей мы с вами теперь посмотрим, посетим. Но сначала посмотрим комнату свиданий. А вот, которая была НКВД. И это одна причина, и вторая причина та, что Литва до Немана принадлежала царской России. Понимаете? После третьего раздела Жечпосполиты, да. Поэтому Ковна. И как я вам рассказывала, Вильно тоже, да, Вильно тоже царской России принадлежала. Ковна или Ковна? Ковно или Ковна. Это по-русски. Называют Ковна, некоторые места Ковна. По-разному. А когда Литва восстановила независимость в 18 году, 16 февраля, тогда уже Каунас стал. И когда, знаете, поляки захватили Вильнюс, Каунас был временной столицей Литвы. Тогда город называли уже по-литовски. Понимаете? Да, конечно. Ну вот. А что Каунас? Переводит, что значит Каунас? Ну, Каунас это такое... Из литовского языка. Ну, такое воинственное название. Каунас это бороться. Бороться. Ну вот, до 1891 года наш город был окружен вот этим первым оборонительным кольцом, который составили 8 фортов и 9 батарей. Строительство второго форта начали в 1903 году, и первое здание во втором кольце красном цвете 9-й форт. Он был построен в 1911, но полностью закончен в 1913 году. Синие форты не были построены, так как 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Этот форт и всю Ковенскую крепость строили российские инженерные войска, строители разных строительных профессий из разных губерний России и тоже местные жители Литовы. Все строительство стоило 30 миллионов золотых российских рублей. Это тогда и сегодня очень большие деньги, около миллиарда литов теперь. Но крепость не оправдала, когда немцы атаковали город, они выбрали самое хорошее место для главного удара. Вот эти первые три форты, они были построены самые первые, они были самые слабые. Здесь немцы пробили оборону, сначала пал второй форт, потом первый, потом третий, и через 11 дней заняли весь город. Когда пришли в ответ этот форт, его нашли пустым. Этим рвам привозили людей и расстреливали. Было уничтожено, как я вам уже говорила, 50 тысяч людей. В основном это евреи, где-то 30 тысяч. И память жертвам нацизма 8 тысяч. Часть изображает тех людей, которые расстреляли в ямы. Слева немного, 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 нем
все. Можно, можно ближе подойти. Будут у вас вопросы теперь. Те, которые говорят по-русски. Хорошо? Спасибо. Понравилось? Спасибо. Очень понравилось. Я старалась, очень старалась. Да. Теперь самая короткая дорога к автобусу. Вот здесь будет прямо. Видите, там автобус у нас находится. Ну там серый такой, среди зелени. Видите? Ну найдете. Ну тогда прощаюсь. До свидания. Спасибо.